Привіт, друзі! Дякую, що дивитесь. Зараз ще конкурс триває на цей конверт та жетон. Далі я трішки розкажу, які умови, що треба зробити, щоб прийняти участь і отримати такі гарні подарунки. У наступному відео я розкажу, як я ходив на пошту та купив марки «Воєнний корабль «Всьо». Там дуже цікаві історії, я поспілкувався з колекціонерами, і дуже довго стояли у черзі. Я розкажу та покажу, що там трапилось і на пошті у Львові. Зараз давайте перейдемо до спілкування з Олександром. Він мені підписав цей конверт, який ми розіграємо. Олександр – лавка удовольствий. У нього вийшло нове відео з інтерв'ю зі мною. Послання я залишу тут у описі. Переходьте, також подивіться після того, як подивитесь цей ролик. Це відео. А щоб отримати такі подарунки, як магніт, жетон та цей конверт, просто треба стати спонсором каналу від 10 гривень. Та я розіграю цей подарунок, коли на каналі буде 50 спонсорів. Це буде дуже скоро. Підписуйтесь прямо зараз. Ну що, поїхали? Я сижу вот в машине, не сам, а вы можете там даже немножко наблюдать, кто там у нас. А это Александр, лавка удовольствий. Гляньте, кто во Львове. Я просто безумно рад видеть Сашу. Мы не виделись 2 месяца, елки-палки. Ну, я на Ютубе, конечно. 2. А сколько? Ну, 2 на 3 месяца. 3 месяца, господи. Вот так встретились и поболтать о жизни, обо всем и ни о чем. И небольшой конкурс, который у меня проходит на канале. Помните, я рассказывал в прошлом видео про конверт и про жетон, который я разыгрываю. И сейчас вот этот конверт, который у меня есть, я решил, что мы подпишем его с Сашей. Вот он будет разыгран для моих спонсоров. И сейчас, Саш, распишись, создай автограф. Давай, наверное, с этой стороны, прям вот где-нибудь здесь. И прям все наживо делается. 1 000 000 премьерников. Можно еще лавка удовольствия напиши. Миллион штук этих конвертов, на самом деле, это довольно мало, потому что марки 5 миллионов, а этих меньше. А в первом варианте у нас было 20 тысяч и 1 000 000 марок. Так что там 20 тысяч конвертов? 20 тысяч конвертов было. Так что конверты можно... Ну, как ты думаешь, они выскочат? Инвестировать. Так как предыдущие. Ну, я думаю, там за счет повода, потому что действительно это символ нашей победы, того, что мы можем... А ты видел марки, которые расисты выпустили? Ой, это я видел, меня просто выворачивает это все. Печально. Они только тырят эти все идеи, и вообще даже думать не хочется. Надо думать о себе, о победе, ну, о здесь наших успехах. Здесь... Саш, как антиквариат сейчас в Харькове? Как там барахолки? Ходишь периодически? Нет. А то я вижу, много антиквариата у тебя здесь в машине. Здесь много, потому что я посетил Львовскую. Мне очень приятно, что на барахолке сейчас посмотришь ролик, я только-только его загрузил. Ага. Ты видишь, все это в телефоне делаю, потому что дома я к компьютеру уже не подходил. О, давно. Друзья, ссылочку на ролик я оставлю в описании. Здесь посмотрите Сашин ролик, только, что там. Только-только. Свежак, свежак. Смотри. Вот, при тебе сейчас прямо первые кадры вы можете увидеть уже здесь. Во-первых, вот прислали так. Леха машину, только ага. Что мы в городе увидели, видишь? Класс, да-да-да, вот. Вижу. А вот это вот... Свежак. Премьера, на канале его еще не было. Класс. Ну, я вижу, вы решили что-то интересное взять. Я просто поснимал сегодня Львов. На львовском рынке очень много людей меня знает, очень приятно. Серьезно, прям подходили, брали автографы? Парень с Мариуполя дал мне деньги в руки и сказал, это тебе на гуманитарную помощь. Привет тебе, друже. Блин, у меня сердце крови, у меня ком в горле, я не могу ему ничего ответить. Я говорю, забери. Он говорит, нет, пожалуйста. Мне очень приятно, я эти денежки потратил уже на соляру. Ну, стараюсь, только проезжаю мимо. Сейчас это, извините, ОККО по 15 литров. Поэтому я еду и только вижу, заправляюсь, потому что чувствую, чтобы дотянуть хотя бы в сторону Харькова. Там уже мне военные подсобят. А здесь на заправках люди, я говорю, волонтер, вот все документы. Нет, только 15 литров. Я говорю, хотя бы без очереди пустите, мне ехать. Нет, общая очередь. Я говорю, ну люди ж не воюют, а там люди гибнут, им это надо. Ну, не все понимают, но вот то, что как отношение людей на барахолке, меня очень удивило. Многие просто подходят, руки жмут, даже ну, не представляясь, я не знаю, кто это. Но мне очень приятно, что они с таким... короче, все не зря, значит, делаем все в правильном направлении.
Очень это приятно. Меня часто в комментариях спрашивают показать город. Ну, я сам посмотрю твои видеоролики. Что там, может, хочешь подметить по Харькову рассказать? Что люди, кто не в городе, не понимают. Не возвращайтесь сейчас в Харьков. Не возвращайтесь. Я сейчас, у меня такое чувство, я, дочка плачет, хочет домой. Вот она приехала из-за границы. А дома ракеты. Дома прилетела сегодня возле Миста, прямо на Клочковской. Дома сегодня прилетела еще где-то на Половом поле. А, возле Солдата прямо сегодня прилетела. Это, блин, туда, куда вообще не должно летать. Люди там спокойно себя чувствуют и гуляют с детьми. То есть вы сейчас расслабите булки, и, возможно, из-за этого кто-то пострадает. Не нужно. Вот здесь во Львове, ну, просто мирная жизнь. Найдите себя в нужном месте, оставляйте комментарии под роликом тем дебилам, которые не понимают, что у нас происходит. Займитесь вот этим. Это очень полезно, потому что я сейчас читаю, я выставил фотографию, как упал наша 16-этажка на Наталью Жвей. А дебилы, которые поддерживают нацистов-рашистов, они пишут в комментариях, это у вас кондиционер взорвался, или это в Зеленский во всем виноват. А 8 лет бомбили Донбасс. Вот эти все комментарии, мне некогда отвечать, я не могу этим заниматься. Ну, это специальные люди, которые работают. Которые адекватные, они отвечают им, загоняют их в угол, блокируют, потому что это тоже работа. И если люди сидят на попе ровно в тишине, можно просто помочь нам вот этим. Поэтому смотрите ролики на YouTube-канале «Лавка удовольствий», «Фартовый коллекционер», и в комментариях проводите работу. Потому что блокировать человека... Я блокирую в крайних случаях, когда люди, ты сам знаешь, начинают переходить на личности. Совсем просто, неадекватные. Да. То есть они не были в Харькове, они мне просто говорят, что это тебе фашистам за то-то, пишут мне. Вот, за то, что ты поддерживаешь. Да, ребята. Так что по Харькову услышали, берегите себя, помогайте близким. У меня родственники все в Харькове, стараемся что-то отправлять. Ну, просто поддержать. Просто поддержать, сказать, что мы думаем о тебе. Бабушка лежачая на 4-м этаже. Я к ней приезжаю, она просит просто вкрутить лампочку. Просто лампочку вкрутить. Человек не может. Она без света сидела, ждала, пока место. Она может только телефон держать. Она скидывает в окно нам ключи, чтобы мы вошли, потому что она не может подойти даже. Ну, естественно, запах представил, да, какой от старого человека все. А возле подъезда сидят люди и пьют пиво, веселятся, слушают бумбокс-колонки, вот эти, как они называются. Шпиль там. Леш, ну неужели тебе... А, вода. Просто вода. У бабушки даже продукты я привез. Просто вода. Подними ей 5-литрушку воды. Нет, они даже не спросили у нее, понимаешь, нужно ли что-то. Я вышел вниз, говорю, пацаны, а как же ж так получается? Ну, посмотрели, промолчали, понял, не стали. Если бы там какой-то кипиш возник, по шее бы еще получили. А так, Лёх, вот такие истории, даже видите. Вот такие, если ты уже вернулся, просто возьми, занеси батон хлеба соседки, который ты знаешь, что человек старше тебя. Просто. Даже если он не нужен, лишним не будет, в морозилку положит. Вот. У меня до сих пор полная морозилка хлеба с первого дня. Ты понял, войны, когда его не стало. Саша раздобыл иностранцев, которые помогают, и решил записать интервью. Друзья, всем привет. С вами снова, как обычно, YouTube-канал. Так это происходит. И сейчас я познакомился с интересными людьми. Джейкоб из Шотландии. Hello, Джейкоб. Ага. И Нино из Парижа, Франция. Вот. Приехали, помогают, помогают Украине. Значит, друзья, на самом деле очень важна поддержка из-за границы. Мы ищем фонды, которые могли бы закупать гуманитарку, передавать. Мы бы развозили, отправляли из Львова в Харьков, просто приезжали. И вот как раз в данном случае случайно встретили ребят, которые записывали видеоролик, отчет о том, как они привозили в гуманитарку во Львов, передавали какую-то из Шотландии, как вы услышали, и из Франции. Нино. Саша сейчас берет у них интервью, вот, а я вам показываю, как можно подсмотреть, собственно, как происходит весь этот процесс со стороны. Гляньте, можно сказать, у нас бэкстейдж. Давайте покажу, как это все выглядит. Классно. А значит, у нас тоже программа помогает людям найти место в Европе.
Дякую, хто додивився до цього моменту. Ось ці марочки. У наступному відео я покажу, як я їх купував та де можна ще дістати. Ставайте спонсором, підтримуйте мене. Це дуже важливо для розвитку каналу, бо зараз немає монетизації, реклама не показується майже. І це підтримує навіть 10 гривень. І всім удачі, фарту у конкурсі. До зустрічі!